друзья, сейчас будем готовить армянский суп кололак. Здесь у меня говядина вместе уже с луком, поэтому она так цвет поменяла. Потом картофель, болгарский перец зеленый, морковка, луковица, петрушка, рис. И здесь тоже. Вот здесь 3,5 ложки столовых, здесь 1. Это я буду сейчас добавлять сюда. Вот так. Угу. Потом сюда петрушки. Лук там уже есть. Соль, перец по вкусу. На огне у меня сейчас стоит, закипает вода. Я порошу сюда шарики, скатаю такие, вот как суп с фрикаделек, типа того. Это сниму шум, все закипит. И потом буду добавлять картошечку. Это лук, морковка и перчик. Я буду делать зажарочку такую, вот на топленом сливочном масле. И петрушечку в конце. Также еще забыла положить, добавлю лавровый лист, перец с горошком, черный молотый перец и соль. Так, вот так выглядит все смешанное. Здесь уже есть рис, если присмотреться, там видно его немного. Лук, сразу на мясорубку с мясом я перемолола. Петрушка. И забыла сказать, вот здесь у меня есть рис, я его буду отваривать не в супе, а отдельно, до полуготовности. Вот таких больших 3,5 ложки. Вот на данный момент мне почему-то захотелось вот такой не слишком наваристый, не слишком крахмальный суп сделать. А обычно, в принципе, варю сразу, вместе в одной емкости. Ну, вот такие болики я скатала. Мне вот сейчас я сделала очень крупные. При варке они уменьшатся. Часто я, бывает, делаю много таких маленьких. Ну, в данный момент захотелось. Здесь у меня закипает водичка, уже скоро там начинает. Тут не теряем время, параллельно наливаем топленое масло. Опа. Будем жарить. Будем жарить. Я добавляю морковку. Так, все забросила. Ну вот, все забросила. Теперь я до золотового цвета, до полуготовности, все вместе прожариваю и оставляю. Когда буду забрасывать кучу, я покажу. Здесь вода, ну вот-вот скоро дойдет. Так, ход событий поменялся. Катя решила, что большие. Теперь вот тыдыщ пошел. Вот, жарим, варим, пошел. Вот. И так продолжаем. Желательно быстро помешать, чтобы они не пристали. Еще один. И переключусь. Вот здесь уже еще чуть-чуть. Не будем отключать. Вот мы уже все приготовили, зажарочку. Здесь у нас закипают наши болики и шарики. Сейчас соберется шум. Мы хорошенько счистим все, чтобы был чистый, красивый бульон. И вкусный. Так у меня выглядит супчик. Здесь уже я хорошенько бульончик вот почистила, у меня чистый. Добавила зажарочку, картошку сюда, рис немножко позже, когда картошка до половины готовности будет готова, потому что он не отваренный. Здесь на очереди у меня петрушка в конце, и сейчас еще добавлю вот лаврушку, пошел, опа, и 2 горошины. И солила я. Солила примерно 1/2 столовой ложки, небольшой, маленькой. Аромат уже вообще стоит бомбезный. Цвет такой прикольный дает морковка жареная. Ну, конечно же, еще масло топленое. Сейчас все провариваем картошечку, добавляем рис. Друзья, вот так выглядит мой супчик в тарелочке. Видите, благодаря тому, что рис я отдельно сварила, нету такого эффекта вот киселя в супе. Очень ароматный, вкусный. Много овощей, ну как много, достаточно. Вот так в тарелочке.